Как в Оренбурге лед тронулся. В городе прошел традиционный 6-й по счету праздник «Вечер на коньках». На этот раз подготовили больше 60 катков и площадок для катания, которые работали с утра и до позднего вечера. Активность оренбуржцев побила мыслимые и немыслимые рекорды. Всего в день фестиваля зимней городской среды на лед вышли, внимание, больше 20 тысяч человек.